Этот материал готовится к выпуску. Мы вернемся чуть позже к этой теме. Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Пшонко не получал гражданство Казахстана. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МИД. В ведомстве подчеркнули, что в базе данных были проверены все лица по этой фамилии. С ходатайством о получении разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и приеме гражданства в установленном порядке подразделение миграционной полиции Пшонко не обращался. По базе данных документированного населения Республики Казахстан проверены все лица по фамилии Пшонко, в том числе Пшонко Виктор Владимирович, на которого сведения о документировании документами, удостоверяющими личность гражданина Казахстана, отсутствуют. В отношении Виктора Пшонко в Украине возбужден ряд уголовных дел, в частности о присвоениях и незаконном привлечении людей к уголовной ответственности. Информация о том, что экс-генеральному прокурору дали казахстанское гражданство, украинские СМИ опубликовали несколько дней назад. Кроме него в списке числились еще четверо человек. Его сын Артем Пшонко, а также исполнявший обязанности премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко и видный бизнесмен Сергей Курченко. На родине им инкриминируют финансовые махинации с нефтепродуктами.